Эта ворона живет здесь постоянно. И сейчас сегодня ее защищать прилетели сразу две. Она помахала крыльями. То есть одна сразу сама заметила, сюда бы прилетела, на забор села. А вторая уже сидела. Сейчас она долбила сук. Это она меня так запугивает, я так понимаю. Она такая-то мелкая. Она не любит летать почему-то. Все время ходит пехом. И очень редко, когда летает. И низко. И плохо получается. И вот она меня запомнила. И когда я подхожу, начинает автоматически уже звать своих товарищей. А у тех начинаются сразу приступы стучания по дереву и обрывания листьев. Странно, они сегодня молчат, потому что они на меня орут. Есть такая очень толстая ворона, которая ее защищает. Сегодня ее почему-то нет. Остальные плохо справляются с этим процессом. Она подпустила меня очень близко от сегодня. Первый раз так близко. Вот, смотрите, я стою, вот ворона. Здорово. Просто интересно, что сейчас с крылом. Может, там что-то запуталось. Нормально. Но мы с вороной можем даже селфи сделать. Можно идти. Ой, все, испугалась. Это заорала. Думаю, все. Ходи. Ходи. Испугалась, не далась. Боится. К сожалению, в ту сторону против солнца было. Было бы лучше солнце еще пиздеть было надо, чтобы не дать. О, а там уже две орут, сидят и защищают. О, видите, они уже крикливые. Небо еще, давай поцелуемся. Там стой, а я вот тут сяду. Все, она наступила. Ходи. Небо еще, ходи. Ходи. Ты не бойся, ты просто боишься. Вот и пошёл. Всё, всё, всё.